Я всех приветствую, друзья, с вами Влад, и мы продолжаем с вами Shadow Warrior. У нас сегодня пятая глава, которая называется «Она курьер». Прекрасный велик розовый снова, по-моему. Солдатики какие-то опять стоят, так, окей. Сначала я исследую все, что тут есть, чтобы я не пропускал ничего в принципе. Так, так, смотри, какие-то солдафоны. Эти солдафоны сейчас сагрятся на меня, да? Ой, это эти из СВАТ. Окей, я понял. Это опасные типы. Так, как бы с ними аккуратно сражаться тогда? Так, блин. А они уже бегут, смотри. Устроим дестрой, ребята. Так, я не знаю, что я сделал, но, по-моему, ребят нормально там огрело. Они уже бегут. Окей, я понял. Вот это я не ждал от тебя, козел. Так. Так, хорошо, один остался. Так, а можно было сразу с катаной, в принципе, это все делать? Почему-то я не стал изначально это делать. Какую-то гранату они в меня закинули, ты посмотри-ка. Хитрюшки. Так, где-то там аптечка была в начале, я ее продул. Так, надо ее забрать. Подхил сейчас мне очень не повредит после этого боя. Она курьер. Так, хорошо. Кто курьер? Какая-то Лена вроде. Елена какая-то. Откуда и кто? А, ты что ли? Ну-ка, на-ка. Так, окей. Забирай. Воу-воу, пиротехника. Сейчас жахнет, походу, да? Китайский Новый год, все дела. Так. Воу-воу-воу, баллоны жахают. Так, это опасно. Подхил всегда спасает, подхил всегда на месте. Мне это нравится. Так. Еще деньги, хорошо. Так, опять кто-то палит по мне, смотри. Стреляй. Ах ты, сволочь, попал, смотри-ка. По крайней мере, тут рядом кладбище. А тут очень прикольно, в плане того, что ребята сразу такие отъезжают, и это прикольно. Фанат печенья здесь не был. А, ребята отъезжают с катаны, это круто, то есть я много пуль автомата в них всаживаю, с катаны они отъезжают очень-очень неплохо, мне нравится такое. Мертвецы, супер, мне нужна была смена темпа. Как далеко храм отсюда? Прямо вверх по этому холму, третья бойня слева. Не пропустишь. Так, хорошо, давайте посмотрим. Храм отсюда, слева, справа. Опять монстры визжат, жужжат. Как же темно тут, офигеть. Может, на туре надо было гамму делать чуть посветлее? Ну ладно. О, это смотрится очень... Это что за типчик? Это кладбище с чувачком, который в режиме скелетика тут нормально рассекает, да? Ну это типа кладбище, насколько... Это не типа, это реально походу кладбище. Так, окей. Или что это за Стоунхендж вообще? Какие-то изваяния каменные. Хорошо. Каменный город просто, ребят, какой-то. Мне нравится. Хорошо. Смотри, опять этот скелетончик. А нет, он от меня драпает. А чё ты драпаешь? Ты друзей пошел звать? Не надо, в одного бы, один на один бы, чё? По лбам бы столкнулись. Почему ты вот постоянно убегаешь друзей там звать каких-то? Зачем тебе это надо? Так, а зачем убегать? Я ж тебя и так видел, братан. А, всё-таки ты позвал друганов, да? Ну окей. А на вас вот это действует, интересно? Так, на вас, наверное, только катана действует по-нормальному. Она прям научит вас жизни. Потому что вы уворачиваетесь от моих пуль, и мне это не очень нравится. Еще один. Меня прикалывают эти ребята, какие-то новые войны пошли, это очень прикольно. Идем не спеша, чтобы не огрести. Так, куда, куда? Ну давай сходим сюда, посмотрим, что здесь. Сзади? Нет, вроде нет. Замок, хорошо. Сюда надо будет обязательно пройти, но для этого нужно сделать что-то там, я понял. В этой области. Классная локация, мне нравится. Мне определенно это все нравится. Так, нравится, нравится. Кто это, что это?
найден какой-то, короче, атрибут. Не знаю, что это значит. Возможно, этот атрибут... А этот атрибут может открыть ворота? Ладно, давайте попробуем так сначала. Но с катаной все-таки, наверное. Или нет? Тут можно и с пистолетом, в принципе. Окей. Так, все, хорошо. Разбавил обстановочку, подхило получил. Нормально. Так. Что? Сердце? А, аптечка. Так, хорошо, а туда-то как мне пройти? Так, я должен посмотреть просто, ребят, серьезно. Может, этот атрибут нужен был, чтобы пройти в ту дверь? Мне надо обязательно это проверить. Ну, правда. Нет, значит, в эту дверь нам надо будет пройти с вами иначе, иным путем. Все, я понял. Значит, нужно там что-то сделать. Да, окей, поехали. Перемещайся, братан. Я знаю, что твоей бодрости и духу, и сил хватит. Аптечка, надо запомнить, что она здесь лежит. Заходим. Сейчас посмотрим, что будет. Так, ты встанешь, чувак, нет? Нет, ты лежишь. И лежишь прекрасно. Мне нравится. Мне нравится, когда вы лежите и не делаете абсолютно ничего. Мне это сокращает очень сильно нервы. И очень сильно сокращает мне действия. Так, окей, хорошо. Так, ну давайте смотреть. Это серьезно какой-то мега-мега крутой. Вот и храм. Подождите, а что там за чел около храма? Это босс? Так, мне это не очень нравится. Это статуя или это босс, реально? И здесь такие же замки. Только этот замок... Этот замок не сильно как бы, ну... Просится, чтобы его открыли. Так, давайте сделаем аккуратно. Так, две пулечки можно дарить им. Окей, я понял. Перезаряжайся. Хорошо. Так. Воу-воу-воу, пацаны, вы полегче. Так, ладно. Давайте тогда пойдем по нормальному пути, воина. Так, окей. Будем с катаны вам дарить удары. Так. Так, ну он не сильно мне дамажит, это хорошо. Да, смотри, там какой-то шреддер идет. Так, окей, он ожил. Отойди с дороги моей, сволочь. Так, сколько вас тут, энеми? Короче, там какой-то тип ходит, смотрите, на шреддера похож. Это очень жестко, что-то с ним надо делать. Так, окей, пацаны, отходите. Там какой-то реально лютый тип. Я так понял, он уже приближается ко мне. Так, это не очень хорошо. Это не есть хорошо. Где он? Вот он, кто это? Что это? Так, окей, я понял. Так, эти пацаны бесконечные, я так понял, так? Так, 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 ребята, надо сосредоточиться. Там реально какой-то лютый тип. А чё, солдат этих постоянно ты будешь вызывать или как? Ходзи, ты считаешь? Я считаю, чувак. Я считаю, что это ненормально, когда столько врагов сразу на тебя нападает. Это прям крайняя жопа. Так, окей. Подойди, хильнись. Так, там еще этот чел ходит, блин. Так они не кончатся, эти ребята, да, получается, пока я его не убью. Так, окей. Или кончатся все же. Да нет, смотри, он их вызывает, походу, посмотри. Так, окей. Ты их вызываешь или нет? Да, это бесконечно будет, окей. Давай, давай, тащи, топи его. Выноси его. Давай, давай, стреляй по нему, он бесконечно их будет вызывать. Так, отходи, 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 мужичок. Так, может на него сердце попробовать применить? У меня их вообще что-то не видно и нету, походу. Так. Блин, это вообще жесть какая-то. Кто это? Что это за тип? Он еще и в щите в каком-то, ты глянь. Это что за мега-оверы пошли, я не понял. А что они делают?
А что это за овер-воины мощные? Из него что-то упало. А, нет, это не то. Совсем не то, что мне нужно. Так, бомба или что это выпало из тебя? Что это за свитки падают? Подождите. Их надо брать или что? Так, ХП нету уже, чуваки. Вы не фигеете, пожалуйста. О, как приятно. Я понимаю, что тебе приятно, но... Им нет конца и края, мужик, понимаешь? Подхил бы, что ли? Так, окей. На него сердце действует, на этого чела? Окей. Смотри, я с него шлем сбил. Так, ты, чувак, сейчас я тебя медитировать заставлю, козел, ты понял? Так, окей. А, смотри, он стал, походу, меньше призывать этих ребят. По два стал призывать. У него рука кровоточит одна, смотри. Смотри, я его убил. Я не помешал. Так, отходи от меня. Слушайте, какой жесткий тип. А с него что-то дали мне? Это, короче, какой-то еще один был Басямба. Так, если таких ребят будет много в последующем, я офигею тогда. Это невероятно будет сложно, ребята. Я вам это говорю точно и без угрызения совести. Очень круто, очень круто. Мне понравился этот типчик, он прям офигенный. Так, он призывал, я еще думаю, откуда они берутся еще так в таком количестве. Он призывал их просто бесконечно и все. Это получается его дом, да? Я вторгся в его владение. Уничтожить магическую печать для того, чтобы войти в храм. Новая задача. Магическая печать. Здесь опять будет магическая печать. Так, все, я нашел ключи. Никогда не поздно научиться чему-то глупому. Слушайте, по-моему, современное общество только глупому и учится. Ничего полезного она не хочет в себя внимать, скажем так. Вон она, печать. Правильно я подумал, правильно я понял. Так, хорошо. Нам нужно вернуться, получается, туда-сюда. Нам сюда. Я понял. Карма. Карма, это хорошо. Очечки кармы. Ну-ка, ребят, пойдемте. Нам нужно вернуться, в общем, оттуда, откуда мы пришли. Нам по-любому нужно было взять эти ключи. Нифига ты ноги сложил. А, нет, ты раком лег. Окей, хорошо. Да? Я думал, это от той двери, которая сзади была, оттуда ключ. Ох, вот чувствую, сейчас опять у меня будет не очень хорошая ночка. Прям очень плохая ночка будет. И здесь нужен теперь ключ какой-то, ты посмотри. Так, опять челы бегут. Ну что ж такое? Ох, этих чуваков просто очень много, я уже не знаю, короче. Прям очень дофига. Парни, да вы задолбали. Сколько вас, а? Верткие такие, уворачиваются так. Офигеть. Не надо его есть, чувак. Ты должен умереть. Так, хорошо. Так, а сзади меня еще оставалась дверь. С таким же замком и ключом. Как бы не ее разве я должен был открывать? Мне просто это интересно. Почему именно эту дверь? Подхил. Зачем я его взял? Вдруг кто-то нападет, я бы мог к ней просто катать. Слушайте, ну виды, конечно, красивые, да, не спорю. А я мог бы вернуться к подхилу, я же знал, что он тут висит. Зачем я его применил? Фиг его знает. Никогда не знаешь, что у Владоса на уме. Так, окей. Тут ничего нет? Нет, окей. Тентока. Что это было? Звезда упала? Или что? Тентоку убьем. Без проблем. Еще два нужно. Окей. Два так два. Ага, подхил. Еще два нужно? Вопрос у меня назрел. Вопрос. Где еще найти? Можно. Как бы тут больше... Проходов и ходов нет никаких. Вот это вот я вообще не думал, что такое может произойти со мной.
именно вот сегодня, именно сейчас, как бы... Ну, это не кайф, ребята. Вот когда вот это вот начинается, это вообще не кайфово. Вообще не кайфово ни разу. Вот этих вот стервятников убивать, или кто это? Вообще никакого кайфа мне не доставляет. Вообще не доставляет, ребята. Просто не доставляет. Два слова, не доставляет. Окей, аптечка. Еще будет? Да ты-то откуда? Ну, чувак, ну смотри, я этих своих архангелов завалил. Ты-то зачем идешь? Найс, конечно, братан. Все по найсу делаем. Три чувака и пять или шесть этих ангелков. Откуда вы выбрали, парни? Я как бы не ждал. Или это защитники этой Тинтоки? Может, какой-то путь открыли? Ну-ка. Откуда вы вообще? Так, подожди. Ну, я как бы вообще не ожидал. Ну, я понял, надо идти назад. Эти челы сзади сейчас будут, получается, появляться. Там еще были подобные ворота. Сейчас мы откроем, короче, их. Ах ты, козел, ты в меня попал, да? Ты че перезаряжаешься прямо около него, конь? Ты тупой, тугой просто человек. Так, рубим давай. Отлично. Плюс сколько-то там очков к карме. Так, осталось еще два, он сказал. Стандартная ситуация. Где-то здесь были такие же ворота с замком. Да ну нафиг, а почему так много защиты у этих ворот? Почему я не могу это открыть? У меня же есть ключи. Что вы делаете-то, ребята? Так, окей. Может, из кого-то из вас ключ типа выпадет и все такое? Окей. Дверца открылась. Подожди, я разве сейчас не здесь был? Подождите, здесь я, по-моему, завалил чела. Оба-на, я запутал. А, все. Я этого места вообще не видел. А, подожди. А, то есть это нормально. А, да? Подожди, это то место, о котором я думаю? Нет, это не то место, о котором я думаю. Об этом месте, по-моему, я вообще не знал. Так, ну нам туда, смотрите, подсветка есть. Хорошо. Я думал, я уже все, я запутанный был. Нет, нет. А при чем здесь Лена и при чем здесь курьеры? Я не... Ого-го. Итак, царство теней. Это что, ад? Не больше ад, чем это место. Там просто все по-другому. Но там же полно демонов. Да, но тут полно... Тьфу, людей. Полно демонов, полно людей, полно ангелов, полно... Devil May Cry вспомнился. Так, окей, бери. Прыгни. А, то есть тут еще и провалиться можно, да? Даже так бывает. Так, а куда нам с вами? Да ты что? А более безопасно можно туда попасть? Чтобы не разбиться нафиг. Так, окей. То есть прыгаю, да? В любом случае туда. Окей, хорошо, я понял. Хорошо, там Тинтоку вижу. И печать. Подхил? Подхил, хорошо. Здесь будут на меня нападать, что ли, или что? Подожди, катану достань. Да, печать пропала, смотри. И открылся проход. Здесь ХП. Запомню, запомню. Темно, правда, как в заднице, но ничего не поделаешь. Темно, как в жопе. Я тебе серьезно говорю. Там слон. Там слона насилуют, что ли? То есть прыгаю, да? Воняет, как в клетке у мертвого кого-то там. Сталактиты, сталагмиты или что это такое?
Так, я понял. Ох, как вас много-то, парни! Так. Хорошо. Пацаны, мне бы подхил не помешал. В скором времени он понадобится, поэтому, ребят, пожалуйста, позаботьтесь об этом. Ну вот, на зачем? Ну, я думал, там кристалл лежит. Почему она взорвалась-то? Так, окей. Так, ну, парни, вас что, так реально так много еще, что ли? Окей, поехали катанкой. Walking Dead просто, я не знаю. О, господи, там опять этот конь. Так, опять этот Шреддер взялся откуда-то, смотрите. Ой, мать твою, вот это просто попочка. Вот это просто срачельник полный, так, ребята. Куда бы деться? Откуда... А, я ж спрыгнул, капец. Я уже ничего не изменю. Так, окей. Но надо мне чисто его мочить, потому что это ненормально. Гноби, гноби, гноби его. Меня не остановить. Чувак, тебя как раз таки сейчас остановят. У меня есть ощущение такое прям... гадское ощущение. Почему ты так умираешь, дурак, а? Так, беги. 50 хп пока нам хватает с тобой. Ух, ну и трэш, а ну и трэш, ребята. Туда не попасть, конечно же. Отходи. Мне к этому типу надо попасть как-то. Он еще живее всех живых, ты посмотри, а? Куда, куда, куда ты проваливаешься, кони? Так, о боже, капец. Так, я понял. Подхил? Тут был подхил или сердце? Так, окей. Так, он в щите там, он в щите. Он со щитом. И на щите, и со щитом. Так, окей. Так, все, пошли. Блин, да пацаны, уйдите вы, почему у вас так много, и вы все горите? Так, окей, беги, куда глаза глядят, куда видят. Офигеть, просто офигеть. Я просто в жести в какой-то сейчас нахожусь, в состоянии жестком. Так, уходи, уходи. Капец, они мочат, я офигею. Давайте, тяжелая артиллерия пошла. Так, пули кончились, капец. Я понял. Вот это выживание, ребята. Так, он опять призывает. Козел, а? Так, беги, 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 беги. Так, 65, прекрасно. Мне нравится такое, как-то 65. Так, пацаны. Еще бы подхил какой-нибудь вылез, обычный, обычный, привычный, так. Так, беги, беги, беги. Вот он идет, козел. Гноби, гноби, гноби его. Так, я не знаю, что я там с ним сделал, но мне еще очень... Подхильчик, спасибо, 77, мне нравится такое. Так, теперь я могу с вами немножко. Так, куда? Блин, ладно, я опять пойду сюда кругом лучше. Погноблю чувака с арбалета. Так. Сейчас пистолетом, сейчас огнестрелом будем его фигачить. Да отойди ж ты, Dark Souls грёбаный, так, а? Просто жесть.
Реально Dark Souls какой-то, а? Он сдох? Пошел нахер, ублюдок. Так, судя по всему, меня ждет еще один такой чел. Потому что печати скоро будут разрушены все. Это последний, так? Фух, ну это просто жесть. Это прям люто. Так, куда мне? Сюда? Серьезно? Цветности верни в этот мир, пожалуйста. Так, окей. Жесть, вот это жесть. Капец, они лютые. Их просто много, а надо убить босса. Не понял. Да какого фига-то, а? Ну какого вы лезете сюда? Вас уже быть не должно. Я вашего папу вынес уже давно, вы понимаете это? Чё вы там все бунтуете, а, козлы? Иди сюда. Отлично, еще одна тентока здесь. Так, это плохо. А, так, сердце возьми. Ты можешь его взять там? Отлично, сердце демона. Так, все, я понял. Тентоку там убиваем, потом спускаемся вниз. Хорошо, мне нравится. Тут, видимо, линейность немножко хоть есть. Окей. Кажется, я все. Так, а печать где сошла? Тут печать была? Подожди, здесь была печать? Вот в этой пещерке? Серьезно, здесь сейчас была печать? Ребят, скажите, что это неправда. Потому что я не хочу в это верить. Нет, это пещера, из которой я пришел. Нет, 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 мне надо, значит, туда, в ту сторону. Меня просто запустили в ту пещеру, из которой я вылез, как бы. Все, я понял. Что тут? Окей, что-то было. Пошлите в другую сторону. Печати появляются рандомно, судя по всему. А мне надо куда-то сюда. Так ведь? Ну, по-любому куда-то сюда. Неспроста же. Или подожди. Здесь я сражался с этими всеми чуваками. Нет, смотри. Такое чувство, что часть локации просто пропала куда-то, серьезно. Да, и тут подхил вообще не тронуты. Так, здесь я был. Здесь отсюда я зашел. Вот сюда мне надо было идти. Так ведь? Нет, тут чувак лежит. Здесь я сражался. Чё это? Стрела для арбалета. Подожди, что за фигня? Так. А, то есть здесь я сражался, и мне надо, мне дали понять, что тебе надо отсюда выходить, так? Все, я тогда понял. Так, подожди, здесь я заходил сюда? Я чуть-чуть подзабыл. Так, все, все, давайте сваливаем. Нам нужно с вами снова на улицу. А, открывать третий замок. Третий замок, который висел с той стороны еще. Ох, ну и жесть. Окей. Приключения просто жесткие. Жестчайшие. Так. Ожесточенные. Я сейчас не понял. А, да? Ну, я же не залазил в него. Окей, я понял. Хорошо. Ох, ну и жестко. Слушайте, какие длинные главы, а? Зачем так длинные главы такие делать? Не понимаю. Так, здесь ничего нет.
Серьезно? Меня опять закинули в этот дом? Ага, хорошо. Ух, ну и жесть. Так, забирай. Так, там можно что-то прокачать, походу, да? И все? Чешуя дракона, защита. Хорошо. Так, открывай. Сколько, блин, у тебя этих ключиков, братан? Скажи мне, пожалуйста. Мне предстоит еще сразиться с одним таким челом сейчас, судя по всему. Фух, ну и жесть. Но зачем? Зачем я уже слышу этот звук, ребята? Зачем? А можно одним сердцем их всех разом затащить, интересно? А ты не сильно идешь, чувак? Ты не до... Так, а... Подождите, пацаны, я на вас сердце применил. Вы должны были как минимум втроем подохнуть, не? Их там 10 стало, вы понимаете? Я двоих-троих завалил, их там стало 10, ребята. Вы посмотрите, что творится, откуда они все взялись там. Ну, давайте устраивать тогда. Все? Хорошо. Сейчас бы подхил не помешал. Блин, на огонь-то не наступает, дурак. Так, ладно. Подхил надо. Подхил, который за сумочку упадет. Такой мне нужен. Хорошо, а вот и он. Че, типа не пропускал меня? Дурачок ты, чувак, ты всего лишь один. Хорошо. А, походу я пришел к первоначальному замочку, да? Или как? Здесь же был такой. Ну, прикиньте. Вроде бы разбираемся потихонечку. Тем более мы Тентоку завалили. Где-то здесь еще должна быть печать какая-то. Подождите, что? Зачем я открыл этот потайной ход? Что это за дичь была? Спасибо, Лованг. Увы, твоя удача в другом печенье. В каком еще печенье, чувак? О каком печенье ты говоришь? Мне надо печать найти. То есть я столько набрал, чтобы вот вас встретить, что ли? Окей. Пацаны, вы задолбали. А много вас, да? А, там, наверное, Шреддер вышел. Все, я понял. Его надо найти и вытащить. Потому что их не было, и тут еще больше стало. Там этот чел, наверное, призывает их чуть дальше. С какой-то стороны. Так, или не призывает. Просто я пока не увидел вашего папку тут. Он есть или его нет, ребята? Вы как бы на один зубок, вы понимаете? Вас уже нету. И откуда, интересно, ты бежал? С разных сторон бегут. Смотри, значит, где-то здесь Шреддер этот. Не могу понять. Так, пацаны. Уходите, уходите с моего пути, пожалуйста. Я пока не до конца понял. Откуда вы беретесь? Так, отойди от меня. Так, так, аптечку я возьму. Так, а кто же вас вызывает, а?
Ну да, их много, смотри, они не кончаются. Они так вот так будут идти, потому что он их откуда-то зовет. Сейчас еще будут бежать, смотри. А, ты один остался, возможно, да? Нет? А, да, смотри, их не вызывали. Неважно, что я думаю, если ее там нет, нам обоим кирдык. Так, что мы ищем, чувак? Тут где-то была печать тройная. Мы ее открыли, нет? Так, окей. Мы печать открыли с тобой, братан, объясни мне. Я тебя прошу. Окей. Куда мы идем? Открыли ли мы печать? Чувак, я не понимаю. Эти каменные джунгли эти мне надоели, ну, порядочком уже. Ага, все, я понял. Нам сюда. К первоначальному замку. Да! Я вот об этом замке и говорил. Здесь сейчас, походу, и будет развязка. Все, я пришел к нему. Я вот искал этот замок. И получается, я к нему снова вернулся. Это изначальная наша дорога с вами. Мы. Ты сам, да, упал? Или кто-то тебя толкнул? Кто-то невидимый, очень страшный и жуткий. То есть я все это время как бы пытался попасть сюда, чтобы взять какую-то херню. А печать тогда где? Тут были печати, ребята. Где эти печати? Там была какая-то штука, которая печать держала там. Ну. Сейчас этой штуки нету. Где? Где она? Назад идти куда-то? Да быть не может. Ладно. Да? Серьезно? Изначально было закрыто, теперь открыто. Я помню это место, оно было закрытым вроде. Да, смотри, я тут не был. Тут аптечка есть. Кто? Что здесь? Демон этот шалит, что ли, или что? Так, походу я правильно иду. Правильно же иду. Серьезно? Это же не то место, из которого я пришел. Какого фига, алло? Я был тут. Да подождите, что за фигня? Не понял ничего. Какого хера-то? Куда идти? Да ладно. Да ну нафиг. Да что это такое? Это забей просто. Что за хрень? Я запутался вообще в хлам тут. В этой игре. Пятая глава, капец, я его не возненавижу, походу. Зачем столько путей, я не понимаю. Нахера? Да, вот это тупо. Да ну нафиг. Тут я тоже был. Да почему все открыто, все доступно? Где я не был-то хоть? Скажите мне, где я не был? Но мне же явно же что-то с этим храмом связано, блин. А, здесь, по-моему, печать была. Да, точно. Вот, все. Капец. Ой, жесть, просто. Я чуть не потерялся, короче. Ну ладно, идиотский робот-манекен-призрак, давай потанцуем.
Ты хочешь выражаться как крутой парень? У тебя не выходит. А ты хотел что-то раздражающее сказать? Отлично, спасибо. Thank you, thank you. Капец, я сейчас запутался жестко прям, сам себя запутал. Нет, я реально запутался, потому что здесь интерьер везде один и тот же. Вот серьезно. У меня аж голова заболела, офигеть. Когда долго на одном месте топчешься, начинает башка болеть потом. Не знаю, как у вас, но у меня всегда так. Че это? Что-то там гаркает. Что там? Воу, еще один шреддер идет. Окей, я понял. Он мертв или нет? Я просто в него столько выпустил. Ты что, еще не мертв, чувак? Братан, ты должен быть мертвым. О, господи, сколько вас там, офигеть. Так, окей. Так, надо скрываться, чтобы вот этот щит у него сошел. Все, щит сошел. Бегу, бегу, бегу к тебе, братан. Не скучай. Держи в курсе. Давай, 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 топи, топи, тащи, топи его. Капец, он жесткий. Офигею. Так. С двух сторон, офигеть. Чувак, они все ушли. Позволь тебя побить. Да сдохни же ты, сучка, так. А теперь давайте устроим, ребята. Блин, как их много, офигеть. Почему вы так защищаете своих вот этих чуваков зеленых, я не понимаю. Я уже троих таких убил. Они жесткие, да, я не спорю. Фух, капец, они лютые, а? И долгие, и лютые. Вы что, еще из окон выпрыгиваете, что ли? Да вы охренели? Вам край и конец вообще есть или нету? Я вашего босса-то уже завалил. Сколько вас еще, а? Это что за фигня? Зеленая вышла тут, так, окей. Ну все, дайте мне, типа, что я победил уже. Фух, ну и трэш, так, давай нам сюда, в главные ворота в эти, да? Или сейчас отсюда еще что-то вылезет? Вот и она, успокойся, она не может сражаться, она шепчущая. Шепчущая? Кукла, ее оживил один из древних, вместо сердца у нее выгравирована ее память. Что за дикость? Вообще-то это довольно изобретательно. Ни одно создание тени не может даже прикоснуться к Набицуракаге. Они называют его пожирателем теней.
Но шепчущие, они могут касаться его. Они из тени, но по сути они не живые. Она курьер. Забрать на 540 Агу шепчущего. Ты шепчешь хорошо. Это я знаю хорошо. Я забираю на 540 Ага. Вот так. Добери. Ладно. Тише, тише. Фух. Наконец-то. Это и есть на 540 Ага? Это тот меч, из-за которого все беды? Что это такое, ты делать будешь со мной? И чё? Какого фига? Она ж тебе дала меч. Зачем ты ее вынес-то? Чувак, ты мог назад уйти? Нафиг ты ее убил? Она... Я думал, что древние не знали течение времени. То, что я, как и ты, был неизменен. Но потом я увидел тебя в первый раз. И ты искала жалости в моих глазах. К моему изумлению, ты почти нашла ее. Это воспоминание преследовало меня с тех самых пор. И все равно твои плачущие глаза освежали землю дождем. Пока Син не взошел к твоему храму с чашей в руке. Прости меня, сестра. Я не предвидел его предательства. Благодаря его отравленной чаше я увидел тебя снова. Хотя и не так, как я хотел бы. Я от Сина забрал тебя, а с тобой ушел дождь. Я взял его голову за это, следовал моим приказам, но я считал их справедливыми. И все равно ты спала, а дождь иссяк в трауре. Я думал, что меня невозможно изменить. Но теперь я жертвую своей памятью о тебе. Пусть кровавая печать украдет твой облик из моего сердца. Чтобы забыть тебя, моя единственная возлюбленная. Офигеть. Уровень завершен. 48 минут я его проходил. Просто трэш. Просто трэш, ребята. 192 врага заточил. Офигеть, вот это было жестко. Ну что ж, там шестая глава получается. Капец, игрушка в некоторых местах просто, не знаю, как-то как путаница какая-то для меня. Офигеть. Глава шестая. Наконец-то дома. Интересно. Где мы, черт возьми? Не может быть, срань господня. Не может быть. За это царство теней. Наконец-то дома, правда? Не очень-то домашняя тут атмосфера. Как мы попали сюда? Думаю, что когда-то уничтожил шепчущего, его память засосала нас, но... Что тут произошло, блин? Все какое-то разрушенное. Что-то не так. А давно что-то было так? Я, наверное, пропустил? Что бы ни случилось, ты попал домой. Но я здесь не останусь. Офигеть, короче, ребята. Я кое-что должен тебе сказать. Есть три меча, каждый из которых называется Набицура Кага. Каждый из них якобы является частью легендарного оружия. О боже, частью? То есть каждый из них сам по себе не работает? Как машина по убийству древних? Нет.
Прекрасно. Я уж обрадовался, думал, меч на Бицуракага уже, вот он у меня, все дела. Оказывается, есть еще три меча, которые создадут один большой меч. Ну что ж, ребята, добро пожаловать домой. В следующей серии мы будем ходить... Это наш дом. По нашему дому. Да, жестко. Всем спасибо, с вами было круто. Всем пока-пока.